Распри, связанные с формированием комфортной городской среды, не утихают до сих пор. Список территорий, которые вошли в программу по федеральному финансированию, опубликован еще в июле. Скоро должны приступить к работам. Тем не менее, эксперты Народного фронта рапортуют. Выявили множество нарушений. Например, здесь, на улице Летчика Захарова. В программу вошел дом номер 13. Жители составили проект, согласились на софинансирование. ОНФ считает, что жителей не предупредили. Правда ли то, что написано в бумагах, лично выяснял начальник управления ЖКХ городской мэрии. Поняли так, что тут будет все вырубать, стоянка, тротуар, все, зелени у нас нет. Просто народу было не объяснено. По крайней мере, по этому адресу проблем нет. Жители соседних домов грядущим благоустройством довольны. Готовы и материальное бремя по содержанию распределить. В зеленом уголке между домами сделают дорожки, кронируют деревья, поставят декоративный кораблик. Смета вышла на 1 800 000 рублей. Это почти все чаяния жителей. Хотелось бы, чтобы городок был у нас зеленый, чистый. Вот, то есть здесь необходимо нам вот облагородить дорожки пешеходные, изрядно уже и не раз разрытые коммунальными службами. Ремонтировать надо, но, к сожалению, не ремонтируется полноценно после ремонта. Вот, озеленение провести чистку старых насаждений, посадить новые. Софинансировать придется работы из дополнительного перечня. Они на сумму 1 400 000 рублей. С жителей соберут 1,5%. Жители дворов, которые в программу не вошли, мэрию, конечно, осаждают. Требуют учесть их заявки на будущий год. Решено пойти на уступки. Мы решили, что осенью, когда будем подводить, или зимой, когда будем подводить итоги уже реализации собственной программы, мы рассмотрим вопрос о присвоении тем домам, которые участвовали в этом году и набрали максимальное количество баллов. Ну, не только, то есть все, кто участвовал, они получат какой-то бонус в виде каких-то дополнительных баллов. Вот какой их размер будет, то есть будет решать совет, это будем обсуждать, он пока открытый вопрос. Расчеты по всем дворам завершены. На финальной стадии определение подрядчика выполнения работ. Напомним, в этом году на 67 миллионов рублей отремонтируют 24 двора. В целом программа рассчитана на 4 года. Мария Смирнова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.